Вот и подошло к концу лета. Впереди начало учебного года, уроки и домашние задания. На минувшей неделе в Славянском районе состоялся праздник, посвященный проводам самого жаркого времени года, где побывали и наши корреспонденты. Прекрасным августовским утром мальчишки и девчонки вышли на театральную площадь, чтобы попрощаться с летом. Начался праздник с веселой зарядки. Это лето было очень насыщено различными мероприятиями на детских дворовых площадках. Дети отдохнули, подкрепили здоровье, чтобы 1 сентября сесть за парты с хорошим настроением и полные сил совершать открытия и добиваться маленьких побед в увлекательном мире знаний. Поприветствовал ребят начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Я желаю, чтобы то здоровье, которым вы наполнили свои организмы, наполнили свои мышцы силой и хорошим настроением, чтобы вам и хватило на весь учебный год. Желаю вам только хороших оценок, успехов, творческих достижений. Мы сегодня постарались сделать так, чтобы лето закончилось весело и здорово. Впереди вас ждут интересные творческие, спортивные и развлекательные станции и, конечно же, сладкие подарки. Для юных славянцев были организованы творческие, спортивные, интеллектуальные станции. Каждой команде нужно было проявить всю свою ловкость и смекалку. Руслан Лола, ученик школы номер 18, очень активно и весело провел летние каникулы. Так что даже не хочет, чтобы оно заканчивалось. Я везде побывал, отдохнул хорошо. И мне лето очень понравилось. Хотелось бы, чтобы каждое лето было такое. В течение каникул ребята играли с друзьями, ездили на море, проводили время на дворовых и спортивных площадках. Поэтому провожать лето им не очень хочется. Но они знают, что любимое время года вернется вновь. Мне очень жаль, что лето подходит к концу. Мне оно жалко, что оно уже прошло. А в школу хочется? Ну, можно, да. Я хочу, чтобы это лето все медлее и медлее заканчивалось, потому что, ну, веселое время, подальше от школы как-нибудь. И еще можно как бы повеселиться с друзьями, а когда в школу не повеселишься, уроки, учеба. Да, лето весело, но иногда надо поскучать по школе, по урокам. Мне нравится, как наша учительница Ирина Анатольевна рассказывает нам, становится интересно, она как бы нас привлекает. После того, как ребята прошли все станции, для них выступили творческие коллективы нашего района. А потом были подведены итоги мероприятия «До свидания, лето». Конечно же, победила дружба. Все команды получили сладкие призы. В этот день районный праздник «До свидания, лето» прошел не только в городе, но и в нескольких поселениях. В станице Анастасиевской, Петровской, хуторе Голицын также были организованы яркие выступления творческих коллективов и веселые эстафеты. Я думаю, все, каждый из вас отдохнул на славу. Загорел, повзрослел, набрался сил и готов к новым испытаниям, к новым освоениям новых вершин учебы. Можно с уверенностью сказать, это лето детям Славянского района принесло не только пользу для здоровья, но и оставило яркие и теплые воспоминания на весь предстоящий учебный год. Girls all over the world. Original King Julian for the casement. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you don't move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you're cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice. Fantastic, bitchy body, ocean and a big Titanic. Woman in ice, sweet, energetic. Bitchy body, ocean and a big Titanic. Woman in ice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean and a big Titanic. Woman in ice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean and a big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to.
Кристина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».